Всем привет на моем канале. Хотела показать вам свои посылки. Тут серединки для канзаши, всякие разные бусинки еще взяла. Вот такие. Шестнадцать миллиметров они идут. Полбусины. Тут 50 штук, что ли. Здесь поцарапанные. В общем, вот такой пакетик пришел. И заказала еще стразовую цепочку. Очень понравилось. Классно смотрится на серединках. Допустим, вот. Вот так вот. Очень круто смотрится. Еще можно сразу цепочку добавлять во всякие, допустим, веточки из бусин, гребни. Тоже красиво смотрится. Сверкает, переливается. Так. Вот такая посылка пришла. Тут серединки. Так все запаковано. Серединка получается, здесь идет стекло, такие они тяжеленькие. У этого продавца заказываю первый раз. У него вообще, как бы, у него серединки, если вот поштучно брать, сами серединки недорогие, то есть одна серединка рублей 15-20-30 стоит, а доставка у него очень дорогая. Так что, если будете брать, лучше, конечно, вот брать оптом. Там 10, получается, 10 серединок. И бесплатная доставка идет. То есть, по-моему, даже дешевле получается так. Не по-моему, а дешевле так получается. Очень классно и качественно сделано. Внутри стекло идет. Переливается очень круто. И вот такие заказала. Таких 10. С такой подвесочкой. Тоже очень классно. Все пришло хорошо. Нигде ничего, никаких сколов нету. Все ровненько, красивенько. И еще одна большая посылка. И у меня бусины. Как обычно, я заказываю у своего любимого продавца на Алиэкспресс. У него недорого, все качественно, все хорошо упаковано. Вот так вот. То есть мне очень нравится покупать у этого продавца. Конечно, попадаются сколотые какие-то. Очень мало. Очень редко бывает. Так, здесь все бусины идут стеклом. Диаметр вот эти по 8 миллиметров, такие по 6 миллиметров. Блестят, конечно, вообще очень красиво. На солнце особенно играет классно. Так, взяла вот такой черный. Кстати, черный больше, как, знаете, темно-синий, что ли. Первый раз я беру 8 миллиметров черный. Не знаю, какой-то синевой отдает. Не могу сказать, что это полноценно черный цвет. Не знаю, камера передаст, не передаст цвет. Ну вот. Такой темно-темно-синий. Так, заказал еще жемчуг. Это стекло.
Так, 8,6 миллиметров. Такую мелочь заказать. И 4 миллиметра. Эти 6 миллиметров. Так, серебро заказала. Так, переливается. Так, и еще вот такой новый цвет заказала. Очень красиво смотрится. Вот такая вот посылка у меня. Вот эти, конечно, серединки очень классные. Еще буду заказывать у этого продавца. В общем, вот такая посылка у меня вышла. Вернее, вот такие 3 посылки вышли. Все ссылки оставлю под видео. Проходите, смотрите. Продавцы надежные. Все отправили вовремя, без задержек. Единственное, что получается, с бусинами там можно выбрать доставку. То есть я вот доставку не выбрала, к сожалению. И мне отправили через Латвию опять, латвийской почтой. Через них очень долго идет в Россию посылка. Вот. А вообще там можно выбрать там, ну, какое-то другое направление, в общем. Так вот. Ну, доплата, соответственно, там, кстати, доплата небольшая за доставку. Я посмотрела, где-то около 100 рублей. А вот это вот, получается, латвийская идет бесплатная доставка у него. То есть, если вы не хотите долго ждать, то лучше, наверное, лучше выбрать доставку. В общем. Ладно, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Поддерживайте меня лайками. Пишите мне комментарии. Всем пока-пока.